Почти 3000 посещений за год, 250 дней рождений, больше сотни мастер-классов, 4 десятка тематических праздников, около 20 обучающих праздников о правилах дорожного движения, десяток собраний клуба, мастеров искусства общения, более 70 розданных бесплатных сертификатов на посещение клуба. Организация 3 ярких городских мероприятий, 7 фотопроектов, постоянное участие в благотворительных акциях. Такой немалый перечень результатов клуба семейного досуга «Бубон». Всего за 1 год своей яркой жизни и деятельности в Терновке. А сколько радости и смеха и взрослых, и детей Терновки прозвучало благодаря талантливым аниматорам клуба, и не счесть. Ведь здесь работают настоящие фанаты, настоящие профессионалы своего дела. Так и в этот знаменательный для клуба день, день своей первой годовщины, в Терновском клубе «Бубон» собрались друзья и маленькие почитатели клубной жизни, поразвлечься и поздравить организаторов с их праздником. А те, в свою очередь, приготовили для всех праздник с хороводами, песнями и, конечно же, сладостями, напитками и прекрасным тортом, на котором горела одна первая свеча в честь первой годовщины клуба «Бубон». Самое-самое заповедное желание! Самое-самое! И на счет три дуй! Раз, два, три! Задуваем свечу! Ура! Поздравляем! 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 Ура! А теперь ручками вверх. А теперь дружочек кружочек. А теперь еще один великолепный сюрприз приготовили для всех детей в Бубоне. Это подарочные сертификаты на бесплатные посещения клуба в течение целого месяца. Вы можете приходить в Бубон в любой день, в любое время и находиться здесь ровно столько, сколько вы захотите, вплоть от самого открытия до самого закрытия. Поздравления от благодарных родителей и детей принимали все артисты и руководитель клуба Юлия Королева. С семьей, с ребенком здесь гуляем, отдыхаем, она всегда нас приглашает на все праздники. И хочу пожелать, чтобы больше развивался клуб «Бубон», ну, чтобы процветал. Детям очень нравится сюда ходить, много радости, у них веселья. Поздравляем вас, спасибо вам огромное. «Бубон, с днем рождения!» Побольше детского задорного смеха, мастер-классов и всего-всего-всего. Я люблю «Бубон» за то, что у меня тут появилось много друзей. За то, что тут можно играть и веселиться, петь песни, танцевать и играть. Потому что там очень весело, и там развивающие игры и много-много всего. Мастер-класс, мне это очень нравится. В планах клуба стратегия развития, целью которой организация места в шахтерском городе для отдыха как детей, так и их родителей, чтобы всем было интересно и одновременно полезно пребывание на праздниках, мероприятиях, проводимых в клубе. Рассказывает о своих планах фанат своего дела, руководитель клуба Юлия Королева. Хотелось, чтобы именно это вот семейное место было. К сожалению, в городе у нас таких нет, но вот мы пытались создать именно вот с такой вот целью клуб. Мы очень мечтаем о расширении. Мы очень мечтаем, что мы в городе найдем, точнее, есть у нас на примете одно помещение, которое бы мы очень хотели, чтобы было у нас под наш клуб «Бубон». Может быть, это даже будет не именно клуб «Бубон», может быть, мы придумаем, что там более такое масштабное, но мы хотим помещения побольше, мы хотим в этом помещении создать больше игровых зон для деток. Мы хотим сделать локацию с профессиями, потому что детки в маленьком возрасте, играя, определяют, какую профессию они выберут в будущем. Нам бы хотелось, чтобы это была зона и про шахту, и врачи, и продавцы, ну, в принципе, те профессии, которые есть у нас в городе. Также мы хотим сделать спортивный батут, чтобы детки могли свою энергию выплескивать, потому что им надо бегать, прыгать,
Вот, ну и, соответственно, это праздники, это мастер-классы, это еще шоу-программы. То, что нам хотелось бы делать, ну, еще профессиональнее, еще больше, чтобы у нас было таких вот разнообразных программ еще больше. Ну и деток нам приходило тоже побольше. Хотелось бы, тут комната маленькая, и больше доходят детки до 7 лет, до 8 лет. А нам бы хотелось, чтобы мы создали такую комнату, чтобы деткам и в 10, и в 12, и в 15 лет было также интересно. В наше время очень важно, чтобы у людей была альтернатива пребывания за компьютерами и телевизорами, считает одна из посетителей клуба Наталья. Я люблю бубон за то, что он дарит ощущение праздника, за то, что он дает возможность разнообразить жизнь наших детей, чтобы хоть немножечко оторвать их от планшетов, от компьютеров, привлечь их и научить играть в настольные игры, научиться общению, научиться разговору друг с другом, научиться дружить. То, чему дети наши лишены иногда даже на улице. Остается пожелать всем нам ярких, незабываемых праздников. Праздников, которые дарит нам веселый клуб семейного досуга «Бубон». И новых вам годовщин. Ведь вместе с вами взрослеют и те, ради которых вы трудитесь, живете и дарите радость общения с вами. Новый день!